По статистике, в Твери ежегодно случается больше 1000 ДТП. Причем не только на магистральных улицах, но и на второстепенных, вблизи жилых домов. Одним из решений вопроса становится установка светофоров, обустройство пешеходных переходов, ну или лежачих полицейских, как это сделали в Бабачевской роще. Бабачевская роща областного центра – одно из любимых мест отдыха тверичан. Однако даже на окрестных дорогах, которые являются второстепенными, движение с каждым годом становится все более оживленным. Это вызывает заметное беспокойство у местных жителей. Машины ездят на большой скорости, не снижая скорость. У нас здесь играют дети. Был случай, что мальчика чуть не сбили. Вот, никто скорость не снижает. Поэтому мы обратились к депутату. Вот он нам помог, установили лежачий полицейский. Машины, они уже притормаживают, не с такой скоростью ездят. Все-таки тут маленькие дети, детская площадка рядом. Мы надеемся, что это нам поможет. Граждане обратились к депутату со своего избирательного округа Артуру Сычеву, попросив в кратчайшие сроки решить проблему, дабы не дожидаться, пока кто-то попадет под машину. Парламентарий постарался отреагировать максимально оперативно. Как только стало возможно, в первую очередь мы здесь этот выполнили. Полицейские сейчас подъедут. То есть на прошлой неделе положили вот эту искусственную неровность, так скажем, как правильно она называется. Уже это дало эффект, уже скорость снижена, уже вот люди разговаривают довольны. И сейчас еще поставят знаки, предупреждающие заранее. В итоге здесь появился лежачий полицейский и соответствующий знак. В ближайшее время Артур Сычев займется решением следующего вопроса, с которым к нему обратились местные жители. Это футбольное поле уже давно заросло, но теперь траву там будут косить регулярно. Так что здесь снова можно будет гонять мяч.